Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Цель визита в Забайкалье, в Читу, ознакомление с социально-экономической ситуацией в Забайкальском крае. И сегодня здесь в рамках текущего бюджетного процесса, а буквально на следующей неделе начнется уже второе чтение, принятие бюджета, мы проведем круглый стол о межбюджетных отношениях, больной вопрос между центром и субъектами федерации. Конечно, мы помогали, помогаем и будем помогать нашему губернатору, в том числе при рассмотрении бюджета. Здесь ситуация бюджетная непростая. Уже известно, что субсидии из федерального центра в 2016 году будут уменьшены для Забайкальского края. А с другой стороны, есть четкая установка президента, чтобы все социальные обязательства государства, в том числе и на местах, власть выполняла. Музей этот направлен на то, чтобы показать развитие именно нашей Забайкальской железной дороги. Не могу не сказать два слова о инженерном центре Забайкальской железной дороги, который только что я смотрел. На самом деле это просто круто. Я думаю, что то, что сделали здесь, в Чите, и в целом в Забайкалье для профориентации молодежи, это, наверное, одно из лучших, что есть в России. Потому что уже взрослый человек, я был геологом, сейчас я политик, но я понимаю, что если бы мне в детстве показали все, что здесь показывают, может быть, я захотел бы стать железнодорожником. Это абсолютно искренне, потому что уникальный центр, здесь работают уникальные люди, и с такой душой, и с таким, скажем, креативом все здесь сделано, что действительно я представляю, каково мальчишкам и девчонкам, которые сюда приходят, как руководители центра сказали, что даже когда студенты приходят в других вузов, они начинают думать, не пойти ли им получать вторую специальность железнодорожника. Поэтому молодцы, это очень здорово, что такой центр есть.